Италию не перестает трясти. В центре серия новых толчков. Магнитуда последнего, самого сильного, 4,7. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Напомню, мощное землетрясение и авторшоки Италия ощущает уже неделю. Десятки тысяч людей остались без крова. Около 5000 исторических памятников пострадали от ударов стихии. Некоторые города стерты с лица земли. Природные катаклизмы привели к проседанию земной поверхности на 70 сантиметров, а уровень Апеннинских гор опустился на 40 сантиметров.